Буйство красок на этой листообразной сцене символизирует солнце, цветы, голубое небо. Ну, что еще здесь можно придумать? Тут можно только упомянуть, что еще это отсылка к тому, что когда праздновалось тысячелетие Алма-Аты, был придуман слоган «Алма-Аты – это город тысячи красок». Вот в данном случае это отсылка к этому самому слогану. Ну и, конечно, наверное, вот то, что сейчас происходит, это тоже говорит о том, что эта страна имеет богатейший опыт в поддержании межэтнического, да, и межконфессионального согласия и готова всегда к широкому эффективному сотрудничеству в этой области. Потому что действительно, наверное, как и Россия, огромное количество мелких различных национальностей, то есть этника настолько там развита, и они умеют тоже жить и да, друг с другом в единстве в полном. И именно поэтому да, мы видим да. сейчас, что не только внутри своей страны они умеют это сохранять, развивать и беречь, но и в рамках да, мира, сотрудничество с другими странами и континентами то же самое стараются делать. Поддерживать теплые, хорошие отношения. Этой частью представления нам напоминает о том, что Казахстан – это более чем 100 этнических групп, которые объединены на территории этой страны. А в Казахстане существует Ассамблея народов Казахстана, которая была создана по инициативе президента страны Нурсултана Назарбаева в 1995 году. Ну и в общей сложности членами этой ассамблеи являются почти 800 разнообразных этнических и культурных организаций, которые, соответственно, ведут свою деятельность где-то этой ассамблеи на территории страны. Ну и, конечно, вот придают огромное значение развитию глобального процесса диалога между культурами и цивилизациями в принципе. Потому что, вот еще раз повторюсь, люди, которые умеют внутри своей страны это беречь, сохранить и очень трогательно к этому относиться, конечно же, в состоянии развивать это и общаться с огромным количеством народов мира. Еще несколько интересных деталей в Ассамблее народов Казахстана. Она имеет даже 9 постоянных мест в парламенте, объединяет более 60 СМИ на 15 разных языках, и под эгидой этой ассамблеи функционирует более 100 национальных школ. Ну и вот сценарий этого мероприятия обращает внимание, в частности, на такую деталь, что только в Алма-Аты функционирует казахский драматический театр, русский драматический театр, корейский, немецкий, узбекский и уйгурский. Ну вот у всех, кто приехал в эти дни на универсиаду, будет возможность и свой посетить театр, и к товарищам сходить. Все флаги гости нам, да? Да, очень здорово. Ну и вот именно это сейчас подчеркивается, поскольку мы видим национальные костюмы, национальные танцы многих народов мира. Очень красочное зрелище. Тут надо сказать, что организаторы, конечно, очень хорошо и серьезно поработали вот над постановками, и костюмы просто впечатляют. Во-первых, их огромное количество, они очень разнообразные, разноцветные, очень красиво, качественно сшиты. И надо сказать, что именно к этой постановке, именно к этому открытию, там и специально написанная музыка была, и специально написанные гимны, песни. То есть очень серьезно организаторы подошли к тому, чтобы это открытие запомнилось надолго и было очень запоминающимся и красочным. Ну, а впереди в этом можно, исходя из понятной логики, не сомневаться, нас ждут с вами осень и зима. Ну вот сейчас даже мы, видите, Хава Нагила, замечательный, известнейший всем, вот даже еврейский танец, да, сейчас танцуют казахские артисты, и все в других, да, национальных одеждах тоже поддерживают эти движения, и даже зрители на трибунах очень хорошо знают все тонкости, да, движения этого танца, замечательно.
Ну, кстати, тут надо тоже еще раз, наверное, несколько добрых слов сказать в адрес главы государства Нурсултана Назарбаева, который вот ведет огромную работу именно вот в плане такой вот толерантности, общения с другими странами, с другими народами. И казахи, наверное, в этом плане и на нас, может быть, в какой-то степени похожи. Очень приятно, когда нация организуется и сплачивается вокруг одного лидера, да, который может повести за собой. И какой-то вот этот центр притяжения в любом случае, особенно для большого народа с большой и далекой историей, все-таки этот центр притяжения должен быть. Мы должны иметь какую-то точку отсчета. И вот очень приятно, что и у нашей страны, и в Казахстане это есть. Эта точка есть. Ты видел абсолютно правильное слово «толерантность», потому что вот эта часть представления «Лето», она состоит, собственно, из двух частей. Первое – это «Дети по свой мира». Ну, а вот этот вот танец, который мы смотрим сейчас, он в сценарии значится именно под названием «Толерантность». Правильно. Активное участие принимают зрители. И вот вы видите, здесь очень тоже хороший посыл и к нашим странам, в том числе украинские и русские. Танцы очень имеют богатую и общую историю. И прекрасно могут находиться на одной сцене, показывать свое мастерство. Ну, мы тут позволяем тебе с Аланой делать достаточно большие паузы, потому что, как мне кажется, никакие комментарии не требуются. Да, для того, чтобы оценить происходящее, понять. Все это прекрасно могут, поэтому прекрасная музыка, великолепное мастерство артистов. У меня сейчас в голове почему-то по вполне понятной ассоциативной цепочке возникло воспоминание о фонтане «Дружба народов» на ВДНХ. Да, точно, абсолютно точно. И наш замечательный фильм «Свинарка и пастух», который именно вот обо всем об этом и рассказывает. Ну и абсолютная моя слабость – это грузинские танцы, обожаю. Настолько подчеркивает именно мужественность, да, мужчины мужского пола, сильного начала и нежность женщины. Очень красивые движения, резкие, спортивные. Очень. Всю жизнь всегда мне нравилось.